Приветствую вас, дорогие друзья! Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать колокольчик, а мы начинаем! Известная певица обрадовала своим появлением гостей первомайского концерта в Ереване. Снимки с мероприятия появились в Инстаграм. Певица выбрала для выступления стильный наряд, расшитый разноцветными стразами. Облегающее платье с глубоким декольте продемонстрировало успехи Ларисы в похудении. Судя по всему, артистка проделала большую работу над собой и заметно изменилась по сравнению с прежними снимками. На свежих фото видно, что у Ларисы ушли лишние сантиметры в талии. Напомним, еще несколько месяцев назад СМИ писали о том, что Лариса потеряла контроль над весом. Многие предполагали, что это связано с расставанием певицы с гражданским мужем Ильей Спицеиным. Однако позже стало известно, что Лариса набрала лишний вес из-за болезни. У исполнительницы появились проблемы с суставами, из-за которых ей пришлось на некоторое время оставить тренировки в спортзале. В начале этого года Лариса взялась за себя и, как видно из последних снимков, вновь пришла в форму. Как писали Дни.ру, в апреле Ларису раскритиковала скандальный блогер Лена Мира. Она уверена, что певице пора сменить имидж. Артистку распекли за наращенные волосы. Якобы Лариса уже не в том возрасте, чтобы ходить с длинными локонами. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь. До встречи!